на конкурс. Дети читают стихи для лабиринт.ру. Карелин Ксения, 9 лет, город Тольятти, Владимир Степанович. Приходят к дедушке друзья, приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять, рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше ходовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там борьба, как сердце метит пули. Судьба отдохнута, судьба, а помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порву, что это я в прицел вижу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу, все меньше их, но верю я, они опять приедут.